О встречах в администрации. Накануне там состоялась жеребьевка по распределению платного эфирного времени и газетной площади для кандидатов в депутаты городской думы 5-го созыва. Напомним, 7 августа между кандидатами, а их зарегистрировано 24, было распределено бесплатное эфирное время и газетная площадь для проведения предвыборной агитации. Воспользоваться дополнительным эфирным временем и газетной площадью могли кандидаты, подавшие для этого заявки. Всего подали заявки 5 кандидатов, многие из них присутствовали, но за тех, кто не присутствовал, в жеребьевке принимала участие я как член комиссии. По результатам жеребьевки определена очередность выхода в эфир агитационных материалов. Кандидаты смогут воспользоваться ежедневным дополнительным временем на телеканалах «Вектора» и в эфире «Радио Вектор Плюс». Для публикации печатных материалов на платной основе газета «Губкинская неделя» выделяет кандидатам дополнительную печатную площадь в двух своих сентябрьских выпусках.